устроить сейчас состязание, да не наверное, а точно устроить состязание между машиной и человеком. Вячеслав Максютов, ваши аплодисменты! Мы приближаемся сюда. Мам, иди встань туда, а то они сейчас... Давай, я немножко отберу микрофончик у ведущего. Хотел бы сказать, что, ребята, большая просьба, впереди машины никто, чтобы не стоял. И хотел бы попросить пару человек поставить для того, чтобы никто не смог зайти на эту территорию. Как вам правильно объяснил господин ведущий, я попробую посостязаться с автомобилем. Честно говоря, один раз у меня это получилось, не знаю, как получится сейчас или нет, но заводской район попросил, нельзя же отпадать. Правильно? У меня тренер такая. Сел, да? Итак, главное, отходим все от машины. Больше в сторону отойдите, больше. Буквально метра полтора от каждого края автомобиля. Я тоже не буду снимать. И ну давайте поддержим, давайте поможем. Молодец, заводского. Последний человек России. Специально для заводского района. Да я тоже заводской. Мы знаем. Стоп. Я руку подниму, тогда скажешь, ладно? Надо отойти дальше. Машину может развернуть. Левая сторона от меня. Можно еще пару шагов назад? Назад пускай отъедет. Пару шагов назад, левая сторона. Вот на него он вперед. Меня. Все. На тормоза пускай нажмет. Еще, конечно. А вот эти? Нет. Это машина. Нифига, на сцене сколько? Все затрясся. Пускай газует, давай! Нам нужно выровнять автомобиль. И сейчас Вячеслав Максютов готов пройти эту лестницу до конца. И порвать это авто. Конечно, наверное, наш автопром. Как-то так. Все. Я не еду до гола. Пускай в чуть-чуть вперед проедет. Все. Итак, зрители готовы? Мы продолжаем. Давай! Поддерживаем! Не так это просто! Да, 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 да,
хотят курить. Давай, Чука. Слайк, где? Мама, надо Натягиваем, натягиваем автомобиль. Да! Вячеслав Максюта, сильнейший человек России. Ваши аплодисменты. Я хочу объяснить, что произошло. На самом деле, не удалось мне ее пока утащить, потому что ее тащило все время в правую сторону. Но это так и должно было быть, потому что зацепили мы не по центру. Очень жаль. Но машины нет здесь, крюка, да? Обычно это делается с паркопом. Поэтому будем считать, что твоя машина на равных. На равных. Все, спасибо большое всем. А я еще можно скажу пару фраз? Дело в том, что в сентябре месяце мы открываем спортивный клуб в районе Ситимола. Поэтому все желающие приглашаем туда. Буквально недели через две, через три мы откроем там спортивный клуб. Ребята, приходите, будете не такие машины тягать. Спасибо всем. Ну вот мы еще раз увидели с вами, что человечество...